Добрый день. Сегодня у нас в обзоре вот такой вот алюминиевый бампер на Samsung Galaxy Note 3. Вот он в полосочку, клавиша блокировочки, громкости. Значит, замковое соединение вот так вот разводится. Ставили на телефон. Здесь отверстие для микрофона, для разъемов, для наушников. Значит, есть вот в наличии серебристого цвета и такой же бампер красного цвета. Вот замочек у нас снимается. Очень интересное решение довольно таки. Значит, внутри проклеена мягкая материя для того, чтобы сам телефончик не царапался. Вот. Что на красном цвете, что на серебристом.